Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Руслан, и вы на канале Самовар Kitchen. Последний выпуск в этом году. Снимаем очень интересный рецепт. В гостях у нас сегодня говядина. Это толстый край. Смотрите, какая мраморность. Вот такая красавица. Рецепт принадлежит моему другу и товарищу Сергею. Сергей, большой привет тебе. Как уверяет Сережа, получится очень вкусно и аппетитно. Давайте посмотрим. Главная фишка этого блюда, короче, это маринад. Давайте посмотрим, что входит в наш маринад. Значит, маринад будет состоять из 4 ингредиентов. Горчица, 4 перца, соль и чеснок. Мариновать мы будем сегодня. Оставим это все на сутки. А готовить будем завтра в нашем волшебном тандыре. Но для вас, для нас это сутки, а для вас это, как обычно, одна минута. Ну что, погнали. Ставим лайк, подписываемся на канал. Поддерживаем самовар. И все у нас будет хорошо. Так, солим. Сразу переворачиваем. И с этой стороны тоже солим. Мои любимые 4 перца. Такое шикарное мясо мы приобрели на одном из рынков Москвы. Там работает наш хороший знакомый Дмитрий со своим сыном. Так что, если кому интересно, пишите в комментариях. Напишу, где приобретать это шикарное мясо. Все, поперчили, посолили. Дальше, значит, чеснок берем и даем это все сюда, пока готовим. Вот так, сюда. Так, ну и как обычно, наш любимый массаж. Вот так, чесночком. Все обтираем, ребятки. Так. Вторую ножку тоже. Так. Аромат чеснока-то какой, а? Бешеный просто. Сумасшедший. Так, и следующий ингредиент, это самый главный ингредиент у нас. Это горчица. Готовлю первый раз, поэтому давайте вместе досмотрим ролик до конца и посмотрим, что у нас получится. Но, как уверяет наш друг Сережа, будет очень вкусно. Мы это проверим. Если у вас нету тандыра, вы легко можете то же самое приготовить в духовке на новогодний стол. Будет вообще бомба. Так, и вот так горчичкой все это массажируем. Все вот хорошо. Сейчас и эту сторону сделаем. Ну что, друзья, вот готов наш маринад. Как говорит мой товарищ, такой сексуальный маринад получился. Убираем это все в холодильник на сутки. И встречаемся завтра. Готовим это блюдо в тандыре. Будет во, топчик. Фух, холодно, морозится. Растопили тандыр. Его надо хорошенько растопить. Нам нужен сильный огонь. Давайте пока в этажерку нашу соберем овощи и, соответственно, вот мясо сутки у нас стояло в холодильнике. Погнали по овощам. Бросаем целиком картошку. Дальше у нас кукуруза пойдет сладкая. Вот так. Картошку стараемся по углам. Кукуруза в середине. Вот так. Болгарский перец. Вот так режем на 4 части. Пахнет как хорошо этот перчик, а? Вот так. И еще один возьмем. Так, 2 перца. Дальше помидоры черри. Вот такая вот у нас будет красота. Острый перец, кто любит. Все это дело мы солим. Вот так сверху буду солить, что делать.
хорошенько посолим, поперчим. И немного подсолнечного масла, друзья, чтобы у нас ничего не пригорело. Так, сверху сделаю все, что есть в бутылочке. А тут немного. Все. Все. Вот такой гарнир у нас будет, ребят. И делаем сейчас мясо наше. Наше, смотрите, какое. О! Какое. Такие сексуальные кусочки. Раз. Здесь два кусочка поместится. И вот так вот. Два. О. Вот это все, вот эта вся красота у нас пойдет в тандыр, мои хорошие. Ну что, друзья, готов наш тандыр, закладываем. С Богом. Ну что, друзья, прошло 50 минут. Снимаем наших красавцев. Посмотрим, что у нас получилось. О! Посмотри, какая красота. Уф. Поехали, друзья. Рубрика Degustation. Самая вкусная рубрика на нашем канале. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас вот так этот кусочек. Смотрите, как овощи все приготовились, а. Ты посмотри, а. Это надо сделать вот так. Кукурузка. Печеный перец. И помидоры. Вот так вот. Смотрите. Какая красота. Прожарка та, которую я люблю. Почти медиум. Пробуем. Смотрите, какое мясо. Сочное. Ребят, маринад отличный. Сережа, спасибо. Маринад супер. Я скажу, к этому маринаду, ребят, ой, помидор какой вкусный. К этому маринаду даже соус не нужен. Картофанчик. Видите, тоже все. Все получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Бомба. Сочность прямо. Шикарно, ребят. И чеснок, и горчица. Все в меру, соль. Отлично. Кукурузку пробую. Вот это фишка. Так, друзья, с таким мясом грех не выпить. Спасибо, друзья, что досмотрели этот ролик до конца. Действительно, простой маринад. Сергей, спасибо за рецепт. Дмитрий, Илья, спасибо за то, что предоставили такое вкусное мясо. Мясо просто пушка. Всем мира, добра, любви, всех с наступающим Новым годом. Чтобы у вас все было хорошо в ваших семьях. Погнали. Просто пушка. Все, пошли кормить семью. Посмотри. Ты только посмотри на это, а? Просто.
Огонь. Шикардос.